Как сказал Алексей Максимович Горький, хороший смех – верный признак душевного здоровья. Задавшись этим утверждением, интернет-канал Oil Times TV отправился в конгресс-холл Сибирского федерального университета, на сцену которого сегодня выйдут студенты первого курса, чтобы побороться за звание самых смешных. В финальном этапе Кубка первокурсников в смешном конкурсе приняли участие студенты из 20 институтов и одного филиала нашего университета. Зал полон, и неудивительно, где еще в СФУ можно увидеть такую концентрацию юмора на квадратный метр. Мы готовили материал где-то примерно 2 недели назад, начали готовить, с малого прошу слова. Собирали все самое лучшее, которое оценили жюри, вот, и подали здесь. Наши ребята из нашего института, они очень хорошо поддерживают. И сейчас в данный момент тоже поддерживают. Надеюсь, я оправдаю надежды своего университета. В этом году на «Прошу слово 2016» появилось небольшое нововведение. Все люди, которые не смогли попасть в актовый зал, могут смотреть прямую трансляцию на плазмах Сибирского федерального университета. Для студентов первого курса участие в шоу-конкурсе «Прошу слово» – это отличный шанс показать себя, получить хороший опыт и, конечно же, незабываемые впечатления. Я надеюсь, что они получат вот те эмоции, которые я получила в свое время, и, в общем, завтра второй день, чтобы они еще больше прям насытились и на весь учебный год. В гримерках такая классная движуха, все бегают, прыгают, институты дружат. Это прям заметно, все там друг друга поддерживают, вместе танцуют, вместе поют, это очень здорово. Сегодня выступает 21 команда, гости из Абакана, ХТИ приехали к нам, чтобы также принять участие в Кубке первокурсников. Смешной конкурс Кубка первокурсников завершился. Победителем стали сразу 3 института. Политехнический институт, Институт математики и фундаментальной информатики и инженерно-строительный. Ну а я желаю победителям и всем студентам мечтать, ведь когда мечтаешь, мечты сбываются. Никита Герасимов, Андрей Стрижак, Алексей Пинчук, Oil News. До новых встреч!